Значение строительства в регионе торгово-логистического центра Леруа Мерлен сложно переоценить. Для экономики это очень важное событие. Не менее важное – подключение здания к сетям электроснабжения. Буквально за полгода компаниям РСК «Центры Приволжья» удалось проделать огромную работу. Сделать и согласовать проект, монтировать и испытать сети. Мощность, а это 1200 киловатт, хватило бы, чтобы запитать целый микрорайон. Была произведена реконструкция АПО-станции ИФА-11. Мы смонтировали две ячейки 6 кВ, оснастили их новыми шинными линейными разъединителями, установили не маслонаполненное оборудование безопасное, новые современные вакуумные выключатели, установили трансформаторы напряжения, трансформаторы тока, применили для новой релейной защиты и автоматики микропроцессорные блоки, построили, соответственно, две воздушно-кабельные линии. Это только кажется, что свет – это просто. На самом деле, чтобы в торговом комплексе все работало, нужно было создать воздушные и наземные линии протяженностью больше 5 километров. В условиях города это непросто. Проект оказался невероятно масштабным. Мы все довольны. Я думаю, что и в городе тоже население будет тоже с удовольствием пользоваться услугами этого сервиса. Тем более сервис очень такой масштабный, многогранный. И масштабность будет определяться тем уровнем удовлетворенности, наверное, жителей. Во время строительства площадка была подключена на временный источник. Сейчас перешли на постоянный. В режиме реального времени можно отслеживать параметры сети, снимать характеристики по уровню и току. Здесь снабжение высокого уровня надежности. Свет за счет генераторов не погаснет, даже если отключат весь город. Вот данный проект предусматривает открытие гипермаркета в конце этого года. Мы планируем открыть его в начале декабря. Стартовое количество рабочих мест будет около 300, потом в процессе развития магазина оно будет увеличиваться. Инвестиции, вложенные, пока окончательно сказать невозможно, потому что он не закончен, но это будет более 1 миллиард рублей, и надеемся, что они будут оправданы. Электроустановку торгового комплекса включили в работу дистанционно с помощью планшета с элементами системы «Цифровой электромонтер». Напомним, торговый комплекс по продаже строительных материалов и товаров для дома «Леруа Мерлен» откроется в конце года. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.